Интерактивный музей науки «Ньютон Парк» собирается отправиться по городам Красноярского края с образовательными мастер-классами. В их числе оказался Иканск. С 12 по 16 февраля в школе номер 5 на мастер-классах дети 2-4 классов узнают, как наш иммунитет борется с чужеродными бактериями и почему нельзя пренебрегать гигиеной. На каждом занятии будут демонстрировать физические явления и лабораторные опыты. Ученики смогут самостоятельно создать демонстрационную модель и получат домашнее задание. Не забыли и про учителей. Для них также пройдут семинары, на которых они узнают, как найти интерактивный подход в образовательном процессе. Помимо Канска, команда «Ньютон Парка» побывает в Енисейском, Ачинском и Минусинском районах. Это стало возможным благодаря президентскому гранту, выделенному на развитие гражданского общества.